Какую роль для вот среднего российского человека играет сейчас Путин? Долбанутого, который не знал, что делать. Долбанутого? Конечно. Конечно. Вы считаете, что люди не считают, что Путин знает лучше? Все идет куда-то не так, но Путину известно. Все идет по плану Путина. Сергей, давно нет никакого уважения. Давно нет никакого интереса. А что нужно, чтобы Путин перестал быть царем? Потерять Крым и капитулироваться. Мы изнутри не можем прекратить его правление, его пребывание в статусе царя. А вот украинские солдаты, дай бог удачи и сил, они могут это сделать, по-моему, да? Я думаю, что когда Путина вышибут из Крыма, тогда может рухнуть государство, может произойти то, что произошло в 1917-1991. Тогда будет война каждого против всех и все удовольствия. И тогда зальют кровью вообще все.